На одной черной-черной улице, в одном черном-черном доме, в одной черной-черной комнате стоял черный-черный стол, не такой, как у нас. И на этом столе лежал черный список рыночных заблуждений трейдеров. Что ж, друзья, приветствую всех. Давайте-ка мы обсудим, как трейдеры заблуждаются, приходя на рынок, как они теряют деньги и как сделать так, чтобы это больше не происходило. Я должен обыграть этот чертов рынок. Уважаемые господа, если вы хотите играть, поезжайте в Лас-Вегас, в Монако, в Макао, ну или на худой конец в Сочи, в Красную Поляну, в прекрасное казино. Только там стоит играть и выигрывать у казино, ну или проигрывать. На фондовом рынке это слово в черном списке не работает, потому что если вы хотите играть, то вы будете играть всю жизнь. Если вы хотите действительно зарабатывать, то это нужно делать системно и от таких слов-паразитов избавляться. Далее. Как не зайду в рынок, он идет против меня. Крупняк сговорился и пытается меня развести. Понимаете, это из теории заговоров. Но какой крупняк? Вы микроб, как говорит Гаевский, на территории рынка. Крупняк вас даже не видит в стакане с вашими там 10 там, или 100 контрактами. Поэтому заговора никакого нету, конечно же. И в чем суть этой фразы? Да, вот смотрите, идет тенденция. Трейдер, который начинающий, у него не хватает скорости реакции на рынок, он с запаздыванием входит. Он входит, когда уже, понимаете, все уже зашли. Газпром прошел 2000 пунктов, фьючерс. Он только после этого входит в позицию. Уже 7 вырос на 7% Сбербанк. Он только входит в позицию. Но, конечно же, с запаздыванием. Когда для всех уже очевидно стало движение. Он входит в конце импульса и, естественно, нарывается на коррекцию, которая происходит благодаря тем, кто уже заранее зашел и фиксируется. Поэтому начинающий трейдер говорит о том, что как только не зайду, идет против него, но на самом деле он просто не успевает в ритм рынка. В этом вся причина. У меня уже такой большой минус, что нет смысла закрываться. Прекрасная фраза, которую я тоже слышал неоднократно. Все мы с вами помним черные лебеди. То есть те дни, когда рынок очень сильно падал. Это и 9 апреля 2018 года, и 25 декабря 2019 года по нефти, и 20 марта 2020 года, пик коронавирусного кризиса, и 24 февраля 2022 года. Это события, их много, еще больше, чем я назвал, в которые рынок очень сильно падает. РТС может упасть на 10, 20 и даже 30 тысяч пунктов. В этой ситуации трейдеры, которые стоят против рынка, пропускают стоп-лосс, не выставляют стоп-лосс, либо оттягивают его, либо, может быть, технический брак, и вы выставили стоп-лосс с отрицательным проскальзыванием, он не сработал. В этой ситуации трейдер думает, ну вот, у меня уже убыток такой большой, ну представьте, 1 000 000 рублей, у вас там минус 150 тысяч. Он думает, ну рынок развернется же, он же не может так сильно упасть, да, и в этой надежде оставляет позицию открытой. Конечно же, это будет именно тот день, когда рынок рухнет, и вас закроют по маржин-колу, оставив на счете от 1 300 000 рублей, как говорится, на хорошую бутылку водки. Что ж, вот сначала научусь зарабатывать на РТС, а потом перейду на Сишку. И этот трейдер рубит и рубит этот РТС неделя за неделю, месяц за месяцем, год за годом. И никак не вырубит, никак у него не получается на нем зарабатывать. Это тупик, в который трейдер сам себя загоняет, потому что он не смотрит в ширину рынка, он не смотрит на другие рынки, он не смотрит на различные активы, замыкаясь только на одном. Это большая проблема, потому что на РТС, может быть, у тебя вообще никогда не получится зарабатывать. Не задавали себе такой вопрос? А может быть, вы маг и волшебник опционов, может быть, вы гений криптовалют, а может быть, вам показан междудневный трейдинг. Поэтому, когда трейдер замыкается, он сам себя, в общем-то, в такую ловушку и загоняет, из которой выбраться очень просто, нужно просто использовать весь калейдоскоп инструментов торговой системы. А наша система работает там, где есть высокая волатильность. Вот вам подсказочка. Ищите для себя инструменты и пробуйте свои силы на различных активах мира. Цена очень сильно упала, очень низкая цена, неоправданно сильно пролили актив, надо покупать. Это прогноз. Вы даете прогноз, и вы пытаетесь поймать падающие ножи своими руками. Так не получается. Повесьте себе скриншот 24 февраля 2022 года на стеночку. И не забывайте, что такие дни бывают. Когда Газпром падает на 5%, на 10%, 15%, 20%. Когда вы будете покупать? 30%,
40, а в итоге упал на 60%. И те, кто купил даже на середине этого падения, остались в минусе и, возможно, даже были закрыты по маржин-колу. Поэтому действовать нужно системно, стопы обязательно. И помните, на рынке возможно все, что возможно себе представить. Кстати, чтобы лучше ориентироваться в рынке, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там очень много полезного. Я периодически выкладываю свои сделки. Там выкладываются сделки моих учеников, ребят из мастер-группы. Сергей ведет премаркет. И много-много полезностей там собрано для того, чтобы вы могли классно ориентироваться в рынке и принять правильное торговое решение. Я понял причину своих убытков. Она заключается в том, что я торгую на несерьезную сумму. Вот если бы на счете был миллион, тогда бы я точно дисциплинированно соблюдал торговую систему. По-другому и не скажешь. Как-то раз к нам в дилинговом зале, в старом, не в этом, подходит один из участников дилинга и говорит: я вот торгую на 50 тысяч, ну как-то я не ощущаю вот этих денег, да, вариационка плюс-минус 1000 для меня несерьезно, это мелочь, копейки. Дайте мне, пожалуйста, управление миллион. Я покажу силу кандидата в мастера трейдинга. Что ж, конечно же, мы ему отказали. Ушел товарищ недовольный. Но, сами посудите, вы готовы такому трейдеру дать денег, большую сумму, который даже на 50 тысячах не показывает результат? Конечно же, нет. Поэтому учиться и еще раз учиться. Сначала покажи результат на маленькой сумме и потом капитализируй счет. Как говорит живой классик, трейдерский, фамилия была бы хороша, трейдерский. На рынке не стоит на рынок заводить большую сумму. Большую сумму на рынке нужно выращивать из малой. Поэтому если вы будете действовать системно, то в конце года у вас будет ваш миллион рублей выращенный. Системная торговля подразумевает наличие ряда торговых сигналов, которыми вы пользуетесь для открытия классных сделок. И если этих факторов несколько, то тогда сделка будет действительно хорошая, потому что несколько сигналов в одной точке усиливают действие друг друга. Именно такая сделка прошла у меня на последней неделе. Вы можете ее видеть на экране. Шорт по Газпрому на пробитие восходящего тренда из зоны перекупленности и при дивергенции по RSI. Много полезностей и много полезных видео, кроме этого, на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь и будьте в трейдерской теме. До встречи!